Весенний карнавал выездки, самое яркое отечественное соревнование в этом виде конного спорта, стартовал сегодня в манеже ЦСКА. Праздник уже второй год посвящается памяти выдающейся спортсменки, покорившей высшие ступени пьедестала мировой выездки, Елене Петушковой. Сегодня состязаются юноши, юниоры и любители в дисциплине кюр, одиночном костюмированном выступлении под музыку. Музыка подбирается индивидуально под образ всадника и аллюр лошади. Они в танце должны составлять единое целое. Весенний карнавал называют светским турниром. Это не только соревнования наездников, но и дизайнеров костюмов. Мы все это делаем именно в цели популяризации выездка, конная выездка. Вы знаете, немножко классическая выездка для зрителей чуть-чуть скучновато, особенно те, кто не понимает, что это такое. На самом деле это очень сложный вид спорта. Это самый красивый, могу даже сказать, уверенно, вид спорта.